Здорово, танкисты! Всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас опять лютый реплей от игроков Мир Танков. Да, сегодня у нас выступает игрок Карабас. Играет он на ФВ-215Б. Данный агрегат мне тоже очень нравится. В первую очередь за свое орудие. Здесь орудие лучше, чем на суперконе. И смотрим, что, собственно, будет исполнять в этом бою наш игрок. Выбирает какую-то лично для меня он странную тактику. Едет на центр через овражек. Но хотя в игре нет ЛТшек, ни у нас, ни у врагов. В принципе, такая прокатка возможна. Причем даже можно проехать, я думаю, и не засветиться. Если у них, конечно, АСТшка не полезет вот там наверх за камни. Вроде нет. Ладно, едет на бархан в центр карты. ФВ-215Б, ребята, это танк. Все о пушке, просто все о пушке. Орудие здесь мега шикарное, мега точное. Это такой тяжелый танк с точностью СТ. Да. Так, АМХ. Так. А я знаю, он сюда ехал на перекатку посмотреть. Ну, пока перекатки нет. Но есть вафли, почему бы нет? Почему бы да, и по вафле ты не пострелять, собственно. Все, спряталась вафелька. И вряд ли она высунется. Опа! А у нас гости на чарфутуре. Опа, опа, опа! Нет, без урона ты не проедешь, родной. Мало в команде противников игроков с зеленой статистикой. В основном тараканы рыжие. Даже есть красные игроки с красной статистикой, раки. Опа! Чарфутур у нас, кстати, рыженький. А фаза? Фаза, смотрим на стату, тоже рыжая фаза. Ух, собрались тут. Цветастые. Эть! Так, Лорен что-то хочет. Ну, игрок играет от УВНов, играет... от бронебашни. Гуселька. Двушку уже накидал. Куда кое-то фаза? Эх, бархан спахали. А фаза сюда едет. Надо ее добивать. Стараться. Так, так. Хватит ли УН? Хватает, хватает. Лючок. Зашло. Хороший выстрел. Надо добивать фазу. Ох. Ох, рядом со стволом, прям в щеку башни. Все, ангар. Ну, представляете, что делает на чарфутуре. Ну, это просто смешно. Просто бортом выехал под стволы. Вот вам и статистика. Соответствует она цвету или нет, вам принимать решение самим. О, еще едут гости. Е5. Красавчик. Ой, хорошо идет. Каточек. Так. Оп, еще хорошо. И сайте стоит, сейчас катка нету. Просто стоит, выцеливает нашего союзника. Фантастический водитель на Е5. Оставил жопу нам свою. На тебе, в туза не попали. Но не, вы представляете, что Е5 исполняет? Бортом. Вот это. Учитесь, как не надо танковать. Все, Е5 едет в ангар. Почти. Сейчас поедет. Я в шоке. Оп-оп-оп, бэха-бэха, поймала момент. Не-не-не, ну куда ты? Куда ты, родной, под нее прям? Ну, между тем... Опа, арта. Не попала. Между тем, 7К-то уже есть. Все, сгорела жопа Лорейна, полетела на ЦС-ку. Но ему это не дали сделать. На Е5 на самом деле 100 хп, что там смотреть. Опа! А тут, смотрите, какой сюрприз едет. Т-30. Оп! Ох! Прятался бы я уже за бархан. Все, а вот теперь не уедешь под оглушем от арты. Сейчас получишь. Да, получаем от Т-30. Но... Оп! В башню попали вниз. Так, надо в лючок целить. Да-да-да-да-да.
Оп, хорошо, все, больше не надо рисковать. Даже высовываться башней. Можем отлететь. Нам такое не надо. До Т-30 добью, что ты переживаешь. Все, вот нет Т-30. Так, ну что, надо передвигаться ближе к каньону, наверное, уже. Да, наш игрок туда едет. Давай, Карабас, тащи каточку. При условии того, что он уже настрелял 8700. Круто, круто. Не, ФВ-215Б имба. На этом танке можно очень хорошо настреливать. Единственное, что как бы бесит, это малый боекомплект. Да, мы уже настреляли 8700 хеллпоинтов, выбили с врагов. Но у нас всего 12 снарядов осталось и один фугас. Фугас я вообще за снаряды не считаю на таком типе танков. Так, можно Леону дать в бубен. Есть. Вот, кстати, у врагов сотка скрыл свою статистику. Не по... Оп, оп, Юдас. Ребят, почти 10к. Хорошо. Ой, как хорошо. Но нам надо играть аккуратно. Ибо... у военов не хватает. Переключился на фугасы, а противник уехал. Такое бывает. Да. Жалко, не хватило военов для шота. А было бы неплохо. Ладно, надо ехать, наверное, уже нашу базу что-то смотреть. Там тоже какая-то дичь происходит. Там Минотавр дурит. Так. Ну-ка, родной. В борта ему, вот. Хорошо. Хорошо. А кто это тут? На лёпике. Все, есть. Так. Хорошо. Почти 11 тысяч урона. Отсветятся сейчас. Все отсветятся. Ну да. Так. Оп-оп, Бэха. Бэха аккуратно. Аккуратно. Бархан прикрывает наш корпус. Наш флюк не попал. На тебе еще. Хорошо. Хорошо. Ребят, почти 12к урона. Ну это разве не прекрасно ли? Опачки, ВЗ-120 нам приложил. Так. Сотка. Сотка. Надо еще кидать ей. Стараться. Наверное, не получится. Да, спрятался. Спряталась сотка. А вот и арта. Хрен у рта. Ребят, 164 хп осталось. Еще будем светиться. Арта нас точно... Я думаю, на этой катке мы погибнем от арты. Так, а что это... А что это Бэха задумала? Ассист есть, ассист. Хорошо. Так, вафля в простреле. Хорошо. Так, 12500 урона. Хорошо. Отлично. Отлично. Единственная беда в том, что у нас два снаряда осталось, пацаны. У нас очень много у нашей команды. Скажем так, вернее мало хп, 650 на 3 танка, а у врагов на 4, прошу прощения, 2400, как бы перевесик-то в их сторону. Офигеть, парни, 13 тысяч дамага. Вспомните свои бои, как давно вы делали такой урон. Вот лично я ни разу. У меня на аккаунте мой личный результат самый большой, это 9,5 тысяч дамага. Но это ни в какой разрез не идет с таким количеством урона. 13к. Сотка, наверное, упала все-таки в лощину. И она сейчас где-то будет выходить. Хотя у нее дофига хп, что ей бояться-то. Я вот, честно говоря, не понимаю, почему сейчас противники так тупят. Особенно сотка. Вы посмотрите, у нее пол хп еще. Она может... Оп-оп-оп-оп. Оп.
А вот и ВЗ-120. Все, мы подсветились. Сейчас арта наверняка. Да, арта тупанула как-то. Очень странно стрельнула. Но она сейчас перезарядится. Я думаю, мы погибнем от арты по-любому. Так. А, так, а вот и соточка. Засветились мы, да. Так, все, арта, арта. Ребята. А вот и погибель наша. В любом случае, Карабас красавчик. 13-100 дал. Плюс 385 ассиста. Почти 13,5 тысяч суммарного урона. Да. Обидненько, обидненько. Ну, на самом деле, она участь была уже рядом, это, потому что мало хп и жива арта у врагов. Да. Смотрим, что наши танкисты другие будут предпринимать. Неужто это полноценная 15-минутка. Два, шесть, восемь, пять дефит базу у нас. Угу. Захват уже идет, да? Бесполезно это, естественно. Проигрыш по захвату, да и в целом по стволам. Чистое поражение. Вот такой вот, господа, бой. Поддержи брата танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.